сегодняшнем выпуске эксперт расскажет, что такое кварц-виниловая плитка, ее свойства, преимущества и недостатки такого пола. На сегодняшний день на строительном рынке существует масса напольных покрытий. Это линолеум, ламинаты, паркетная доска, керамическая плитка, керамогранит и многое другое. Данный продукт вобрал в себя все положительные стороны вышеперечисленных материалов. И практически отсутствуют минусы. Продукт был придуман 10 лет назад в Японии. Уже где-то 6 лет используется в России на проектном строительстве. Данный материал состоит из нескольких слоев. Сверху у нас находится износостойкий слой, состоящий из полиуретана и чистого ПВХ. Полиуретан 0,015 мм и ПВХ от 0,3 до 0,6 мм. Что определяет непосредственно класс износостойкости данного материала. Это 34 и 43 класс. Далее идет пленка с рисунком. Основной слой – это кварц-виниловое наполнение. Песок перемолотый и смешанный с продуктами нефтепереработки. Данный слой отвечает за акустические свойства данного материала, имеет гашение 19 дБ ударного шума. Последний слой – это виниловая подложка. Существует два основных типа размера материала. Это квадратная плитка с дизайнами под камень и прямоугольная плитка, доска с дизайном под дерево. Основными особенностями и преимуществами данного продукта является его влагостойкость. Данный продукт можно ежедневно неоднократно мыть. Это ни в коем случае никак не повредит ему. При уборке можно использовать любые моющие средства. Не менее важное свойство – это экологичность продукта. ПВХ является антибактериальным покрытием, что позволяет его использовать в медицинских учреждениях, школах, детских садах, общественных помещениях, ресторанах, барах, гостиницах, да где угодно. Кварц-виниловую плитку возможно стелить прямо на теплый пол. Хотя это в принципе не требуется за счет того, что температура плитки достаточно комфортна. Также материал отличает высокую ремонтопригодность, что позволяет без труда заменить за 5-10 минут поврежденный сегмент материала. В отличие от ламината, где замена сегмента может занять чуть ли не целый день. Укладку плитки возможно произвести самостоятельно, это не требует никакого особого навыка и специнструмента. Вам потребуется исключительно нож, рулетка и карандаш. Данному покрытию не страшно передвижение мебели, кресла на колесиках, падение тяжелых предметов. И этому полу ничего не страшно. Так как материал имеет высокий уровень влагостойкости и износостойкости, наличие детей и животных приветствуется. Как выбрать напольное покрытие, мы, похоже, разобрались. И даже я смогу уложить эту плитку. Хотя это тоже хороший повод обратиться к нашим экспертам. Следите за видеожурналом и хорошего вам ремонта!